люди обращаются обычно с такими симптомами, как температура. Температура может быть невысокая, 37,2-37,5. Температура держится недолго, 2-3 дня. Насморк достаточно обильный, першение в горле, может быть редкий сухой кашель, но это достаточно редко, кстати, и сильная ломота, интоксикация, вот такая слабость, то есть вот такие вот симптомы типичного ОРЗ. Сейчас это заболевание протекает так, как протекает, в достаточно легкой форме, и контагиозность очень высокая, поэтому практически инкубационный период сократился до 1-2 дней, иногда даже часов. Карантин сейчас Роспотребнадзор отменил. То есть в течение 7 дней человек находится на самоизоляции, который с положительным мазком. Контактных мы на карантин не сажаем. И не закрываем предприятия, не закрываем школы.